Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space, 9 глава. Я совершенно не помню, что было в предыдущей. Рад, что ты дошел. Слушай, я нашел список вооружений Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против нас, Айзек, против Ишимуры. Айс, я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Ну понятно, что они просто так патрулировали. Короче говоря, я вспомнил, в предыдущей серии у нас вломился корабль USG Valor. Команда спецназа, которая здесь давненько уже летала и ждала каких-либо сигналов от нас. Потому что именно нас она тут и искала. То есть Ишимуру. Давайте наведаемся к ним. Сколько я уже в эту игру не играл? Деньков 5 точно. Так, что у нас, кстати, по нодам? По-моему, не так много, да? Один всего пусть остается пока. Остальным потом разберемся. Так, а по оружию? Да, по оружию все печально достаточно. В принципе, ничего, я думаю, справимся. Не впервой. Что-то совершенно не помню. Вообще все забыл. Так. Сейчас нам, возможно, предложат что-то купить. Я не помню, мы в конце предыдущей серии, по-моему, закупались неплохо так. Или нет? О, у нас 200 кредитов, понятно. И ничего нет. Хорошо. Замечательно. Ребята, конечно, капитально прокололись насчет того, что поймали эту капсулу, и все, теперь больше в деревне никто не живет. Куда мы идем вообще? Ну понятно же к кораблю, но куда именно? А, ну да, точно. Зона невесомости. Айзек, удар сорвал люки одного из орудий Вейлера. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивно, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть внутрь. Окей. То есть теперь еще и с радиацией работаем. Надеюсь, костюм нас защищает. О, счетчик Гейгера трещит как. Скоро язык у нас светиться, походу, начнет. Так, ну я так понимаю, мне нужно поломать вот эти вот устройства. Кислород дают. У нас сейчас шлюз откроется. Так, давайте осмотримся помаленьку. Корабль нехило так, надо сказать, вломился. Просто чуть ли не всмятку. А нам вообще он туда, похоже, да, нужно? Ладно. Так, приступим. Один пошел, второй пошел, третий пошел. Так, вроде спокойно, да, пока что никто не идет. Я кислород, по-моему, особо и не качал. Это довольно печально. Ой. Иди сюда. О, ой, подожди, откуда? Одного увидел, второго не вижу. Ой, стрелять разучился. Что-то они как-то быстро сдохли, надо сказать. Так, а сзади у нас ты, да, бабайка? Ну давай. Шо, отлично. Больше вроде никого пока. Да хапай ты ее. Шо?
Радиоактивные материалы удалены. Отлично. Голос такой, конечно, как будто у него запор. Радиоактивные материалы удалены. Так, с этим все, допустим, хорошо. О, еще пришли. Тихо. Отдохни ты, елки. Течка. Так, тихо, дорогой. Да, блин, да что ж такое? Так, пойдемте воздуха наберем. Ну и, как говорится, нафиг. Отлично. Так, сколько их еще осталось? Радиоактивные материалы удалены. Да-да-да, мы поняли. Так, ладно. Блин, не туда пошел. Радиоактивные материалы удалены. Офигеть, конечно. Прямо открытый космос. Да, блин, ты откуда? Скотина, ты посмотри. А, сволочь. Что ж ты какая... Так, ладно. Блин, надо поторапливаться, что-то у нас задерживается все. Один вроде остался. Ага. Только до него еще и не дотянешься. Так, давай. О, тут еще один спрятан. Не уйдет. Да что ж такое? Что ж все не такое? Все не так. Да, блин, ты... Ах, так, да что ж... Давай. Отлично. Радиоактивные материалы удалены. Мы поняли. Так, и последний, самый вредный. Радиационная тревога отключена. Замки разблокированы. Так, еще бы шлюз закрыть, уважаемые. Я так понимаю, это невозможно теперь со сломанными предохранителями. Ну ладно, так, пойдемте на Вейлор уже. Так, в целом, вроде все окейшно. Так, ну что у нас тут? Посмотрим, чем корабль спецназа отличается от горнодобывающего. Отличается новыми проблемами, похоже. Так, ладно. Что-то у них тут серьезные повреждения, надо отметить. Решим проблему, Кендра, не волнуйся. Так, это не достать. Звезды наши. Чё? Гравитационный прорыв. О, да тут похоже, чем на Ишимуре, похоже. Разнос пошел. Да, ребята, мы попали. Это у нас новый тип врагов. Я совершенно не помню, что они умеют. Ну, видно, что быстрые, да? Ага. Плазменная энергия. Это тоже хорошо. Так, почему я тебя не взял? Вирус подействовал на солдат не так, как на всех остальных.
Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен. Умеешь обрадовать. Отлично. С каждой секундой все лучше и лучше. Так, мне похоже, отсюда нужно будет пройти. Давайте отсюда попробуем для начала. Да, по крайней мере, патроны. Так, да, придется обходить. Да, уйдите, блин. Да елки-палки, что ж мне этот ящик с инструментами лезет под руку все. Так, готов. Готово. Тихо, тихо. Че там было такое? Что-то мне не понравилась движуха здесь. Я думаю, тут со мной все согласятся, что место не самое хорошее, да? Подожди. О, кто-то наследил. И здесь вот... Ой, еще. Ладно. Прокачанная штурмовая винтовка, детка. Здесь я что хотел сказать-то? Все это произошло только что, буквально несколько минут назад. В отличие от Ишимуры, на которую уже несколько дней. Ой, блин, ребята. Ой, нехорошо-то как все. Так, ну вроде спокойно, да, давайте. Ой, блин. Давайте спиной повернемся. У нас нет. А, вот, смотри, что-то есть. Подожди, а как туда попасть? Ну ладно, вроде спокойно, блин, не хочу оборачиваться. Пойдет. Вот с этими врагами, я так понимаю, винтовка вообще выруливать будет. Скорость против скорости. Она их сдерживает неплохо. О, полез, полез, полез. Ладно. Справляемся потихоньку. Жить, значит, можно. Думал, будет хуже. Фу, так, ладно. Пойдем, пойдем аккуратно. У нас ничего? Ничего. Останет меня, пожалуйста. Без тебя тошно тут. Полнейший хаос и разруха. Вентиляционные решетки совершенно другие. Видим куда-то туда.
Так, в целом вроде пока что спокойно в этой комнате. Аккуратно. Скорки. Блин. Скоро кислород сгорит весь, и дышать тут будет нечем. Да? Давай ломайся уже. Айзек, я установил, где ты, хотя сомневаюсь, что я мог туда добраться. Чертов корабль почти развалился пополам. Я добрался до мостика. Тут полный хаос. Эти несчастные не имели никаких шансов. Я хочу разблокировать все двери, чтобы попасть в двигательный отсек. Попробую перехватить тебя уже там. Ладно. Так, вот эту штуку мне с собой брать, нет? Или она тут для мебели? Пусть пока будет. Что-то, ребята, мне это все не нравится. Давайте-ка нафиг сохранимся. Сюда куда-нибудь. Ага. Возможно, я и не зря брал эту штуку с собой. Так, пока что вроде все окейшно. Да блин, только не вы. Я тебе дам. Хорошо. Ладно, вроде спокойно. Так. Ну хорошо. У нас вышел его предохранитель, я как раз его предусмотрительно взял. О, так, понятно, туда мы пока не пойдем. Что у нас здесь? Грузовой трюм. А нам нужно вообще туда, понятно. Значит, сюда пойдем. А, ну да, все понятно, там у нас с самого начала. Оттуда мы пришли. Так, подожди, чё? Шо? О, в такой лифт с тобой. Мистер Кларк, нам надо поговорить. Меня зовут Терренс Кейн. Доктор Кейн. Слушайте внимательно. Времени мало. Если вы почините челнок, то есть задача поважнее, чем сбежать. Понимаете, силы, которые мы разбудили, куда более могущественные, чем можно представить. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете? Церковь ошиблась. Это ловушка, я все видел. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Интересно. Это что за Терренс Кейн такой? Мутный типок непонятный. Братюня. Ты у нас первый живой за долгое время, который я встретил. Но тебе уже, похоже, ничем не помочь. Если только прекратить твои мучения. Понятно. Интерактивность на нуле. Игра говно. Так, тихо. Что у них за оборудование-то вообще? В принципе, похоже на айзековское. Но более боевое. Третья часть, интересно, мы воюем с людьми. Этот как раз с этими? С
государственниками. Ой. Я так понял, там эта хрень опять, да? Ой, как он противно воет. Но это даже нам на руку. По-моему, там все умерли, кто были мертвые до этого. Тихо, вроде нет. Хорошо. Так, давай. Открывайся ты. Так, это нам всегда на пользу. Да, блин, убери. Блин, какая пакость. Так, пока что. Я не знаю, давайте резак на одно прокачаем еще. Так. Что-то типа ПЗК вот этого. Отлично. Чуть помощнее будет. Да нет, не надо. Так, еще кто? Говорит командор Кадиган, корабль атакован. Это не учебная тревога. Неприятели инопланетяне. Повторяю, инопланетяне и очень опасные. Всему персоналу вооружиться. Огонь на поражение. Познакомь своих врагов с твоим другом. Познакомил. Так, тут у нас небольшой тир. И на нем вроде что-то можно выигрывать. Допустим. Отлично. Нет. Шо? Супер. Понятно, нам дали патрончиков. Так, ну ладно, мы тут не будем задерживаться. Там, по-моему, вплоть до пауэрнода можно выиграть. Но зачем нам это? Идут. Или нет? Хорошо. Нам нужно к движку. Да капец, елки-палки. Да что с вами не так-то, что ж вы? Блин, ногу свою в руках держал. Да, дела. Мне повезло. Так, ладно, все, двигаем дальше. Понял намек. Ненавязчивый такой намек. А, блин, я не то хочу взять. Да и не то. Так, ну и что мне делать? Вы
Видимо, вот так. Ребята. Отлично. Просто расчленяет. Так, давай. Давай, сдвигайся. Еще есть кто? Вроде спокойно, да? Хорошо. Я вообще не представляю, для чего могла быть нужна такая комната. Это типа хирургия такая, что ли? Сбойнувшая. Так, птичка. Да просто разорвало все в клочья. Ну ладно, нашим легче. О, ребята. Давайте-ка я к вам попозже зайду. О, не-не-не-не-не. Тихо. Он сейчас откуда-то отсюда выйдет. Ой-ой-ой, нет, уже поздно. Придется отбиваться. Где еще? Да, блин, я ж так и знал, а. Еще идет вроде, да. Хорошо. 4 штуки, офигеть. Все, наверное. Так, патроны свои восполнили. Вперед. Здесь, я так понимаю, много будет патронов для импульсной винтовки. Все-таки их основное оружие. Так, ладно, допустим. Интересно, что у нас с той стороны было. О, сохранение, это хорошо. Да блин! Что там такое? Аум. Понятно, там прошел просто кто-то. Просто прошел. Это уже просто по нынешним меркам. Так, ну нам сюда. А что же у нас там? Там ништяки всякие лежали, я видел. Понятно. Хорошо, не зря сходили. Блин, сколько дряни, это офигеть просто. Что-то мне не нравится это большое помещение. Надпись на плакате. Что-то типа «Постигни величие». Большой зал, тут может быть много боли. Так, как мне там? Понял намек, больше не хочу сюда. Так, ладно. Ну да.
Идет один. Так, с тобой более-менее нормально. Вот вас я ненавижу. Тем более оптом. Да, блин. О-о-о. Кого тут только нет, а? Тихо, ребята. Вот я встрял, вот. Вот это проблема. Тихо, 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 отходим. Да блин, давай, давай, давай. Ой, там еще идут, еще идут. Да стреляй ты по нему. Тихо, тихо. Гори, гори. Ты посмотри, он все равно успевает. Ой, блин, спасите меня, спасите. Да ты тоже меня заколебал уже. Да елки-палки, да что ж. Что ж это творится, бабоньки? Ой-ой-ой. Так, ты один остался, да? Ой, нет, похоже, не один. Фу, это было интенсивно. Да что ж ты не идешь-то ко мне, а? Я и так косой. С такого расстояния точно не попаду. Это у них типа тут ночлежка была, то есть они тут спали. Ты смотри, а какой слоупок. Давай уже. У нас один тут уже. Блокировка снята. Отлично. Фу. Ну ничего. Справились. Не очень эффективно, конечно, но как сумели. Так, ладно. Вроде все нормально пока что. Так, хорошо. Блин, пора убираться отсюда. Что-то мне это место вообще не нравится. Не люблю большие открытые пространства, тем более в такой игре. У меня уже фобия на них, можно сказать. Так, ладно, давайте послушаем, что говорят. А, читает видно. Так, начальник штаба земной обороны. Офицеру Кадигану. Операция «Белый свет». Театр действий системы Эгида. Корабль Ишимура нарушил прямой приказ земного правительства. Есть основания предполагать, что они обнаружили обелиск Z3A. Отдел особых операций подтвердил нахождение обелиска в данной системе, но не назвал координаты его точного расположения на планете. Если обелиск найден, существует огромный риск распространения смертельной инфекции. Немедленно отправляйтесь системы Гиды и зайдите и займите орбиту вне радиуса обнаружения вашего корабля гражданскими сканерами. Ожидайте сигнала Ишимуры, чтобы определить его местонахождение. Ну да, такие дела. Как я и говорил, они давно уже следили за этим местом именно в поисках этого корабля.
Так, вроде ничего не пропустил. Наверняка где-то там сзади, вот в одной из этих ячеек что-то осталось. Ну да ладно. Так, а что мы можем купить на все это? Вернее, что мы можем продать для начала? Допустим, вот это. Вот это. Хорошо. Воздушный баллон сразу продаем. Ставится на батарею. Так. Лазерный магазин. И в целом, в остальном, пускай все остается. А на оставшиеся деньги мы купим... силовых узлов. Отлично. Сейчас резак еще прокачаем, будет вообще шоколадный. Но вообще данный корабль, мне надо сказать, еще меньше нравится, чем Ишимуру на нем. На нем совсем все плохо. Че, братья? Жизнь прижала, да? Хорошо, это что это там такое у нас? Сохраняшечка. Отлично. Так. Открывайся уже. Такое ощущение, что там какая-то система очистки воздуха, как на этом. Тут еще живые есть, что ли? Да, офигеть. Как на Ишимуре была система очистки воздуха, помните, проходили? Возможно, это что-то этакое. Так, ну ладно, пока что... Вообще на корабле как довольно спокойно, надо отметить. Только временами пачками вываливаются. Доступ к движку. Внимание, большие дозы радиации. Экстремальные даже написано. Айзеку не привыкать, он уже там с радиоактивными ядрами напрямую работал. Давайте попробуем. Так, ну это, видимо, и есть сам движок. Добрались таки. Сейчас посмотрим. Так, стекло не разрушается. Хорошо. Офигеть. Понятно. А здесь, видимо, за них нужно прятаться. Ну-ка-ся. Так, аккуратно. Подожди, это что такое? А, понял, понял. Блин, да что за напор-то тут такой бешеный? Там еще один, нет? Нет. Yeah.
Так, ладно. Отлично. Да, прям офигеть какой. Так, теперь с тобой. Блин, аккуратнее надо. Так, первый. Второй. Да, блин. Ой, блин. Тихо, тихо. Не пылим, пацаны, не пылим. Так, все, кажись. Да. Выпитание двигателей. Это ты? Ты его достал? Черт, ты его достал! Это то, что нужно! Тащи его на пассажирскую палубу! Так, куда идти? Идем сюда. Но это было несложно. Я примерно сразу... О, сейчас похоже... Да, похоже, надо поспешить. Примерно сразу понял, что вот так нужно делать. То есть не то, что понял, вспомнил. Давай, 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 бери. Пора валить. А, это ты? А, Айзек, сюда! Я искал тебя, но мой передатчик не слышал. Похоже, ты нашел сингулярный конверт, резонанс перед домой. Так ты его что могу! Меня не здесь! Ха-ха, Хэммонд, блин! Хэммонду край настал. Офигеть! Он ему ногу оторвал. Ох, сейчас мне кто-то ответит за это. Или я кому-то. А, блин. Что-то сегодня ты какой-то неожиданно напряженный. Так, давай, давай, пойдем, 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 пойдем. Допустим. Да, блин, не та кнопка, похоже. А у меня просто нету. Так, еще что-то отвалилось. Фу, ладно, готово. С этим посложнее было. Он жив? Пора валить, пора валить. Бедолага Хэммонд нам купил время. Да я бегу, бегу, не волнуйся. Тихо. Валим. Внимание! Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Сейчас покину, не волнуйся. Валим. Внимание! Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте. Да, понял я. Такое ощущение, что мы сейчас с этим кораблем на воздух взлетим.
Блин, ну спить надо бы. Внимание, да успокойся, пожалуйста. Немедленно покиньте корабль. Так, это все хорошо, конечно, но сначала мы, пожалуй, сохранимся. Внимание! Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Так, нам похоже... А, это уже выход. Понятно. Давай быстрее, давай, давай, пошел. Пожалуй, я покину этот корабль. Да, вовремя ушел. Давай быстрее, сейчас ударной волны поплющит, а то... Зона гравитации. Зона нормального давления. Да уж. Прогулочка была. Больше так не хочу повторять. Так, все, я, похоже, иду обратно к кабинке. Тихо, кого-то слышу. А, теперь в ТУ, да? Это не есть хорошо. Я думал, вон на корабле все остались. Ничего, справимся. Так, ну сейчас мы прокачаем свой резак. Так. Вот так. Осталось сюда один. И сюда два. И будет вообще шикарно просто. Фу, так, ну на этом, я думаю, мы прекратим эту серию. В следующей, что у нас там дальше будет? Ну, короче говоря, похоже, мы уже совсем скоро выберемся отсюда. Но как бы там ни было, это будет в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось, потому что, на мой взгляд, все шикарнее и шикарнее эта игра. Я даже и забыл, что она такая крутая, особенно под конец. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.